Здравствуйте, мои дорогие зрители, снова с вами Шура. И сегодня я хочу поговорить вот, не знаю, видно, не видно, вот об этой мечети в районе Ла-Ля-Ли. Рядом метро станция Везни-Джиляр, Стамбульский университет. Вот это здание сейчас является мечетью, но она была когда-то церковью. И в 18 веке из нее сделали мечеть, поскольку она много раз горела, разрушалась. И пустовала. И в конце концов из нее сделали мечеть. И сейчас я вам немножко об этой исторической, об этом историческом здании рассказываю. Мечеть Календаргане была раньше церковью Богородицы Кириотиссы. Храм построен на месте двух старых базилик и древнеримской бани. Время постройки датируется 6 веком, но он многочисленно раз переделывался вплоть до 8 века. В 12 веке при императоре Юстиане храм перестроили в монастырь Христа Акаталептоса. К сожалению, его внутреннее убранство очень сильно пострадало как от времени, так и в большой степени и от превращения в храм. Сначала в католическую церковь Святого Франциска в течение латинского вторжения, затем мечеть после завоевания османами Константинополя. До нашего времени сохранилось только некоторые элементы убранства храма и небольшие фрагменты фресок, которые я покажу вам в конце видео. После падения Константинополя в 1453 году Мехмед II отдал церковь проповедникам суфизма, то есть дервишам. Это было братство дервишей, которые звали себя Календар. И впоследствии мечеть также назвали Календархане. Дервиши переделали все внутри и владели зданием до конца 18 века. В 18 веке она была превращена в мечеть Календархане. Неоднократные землетрясения и пожары заставили властей предпринять в 1854 году реставрацию памятника, в ходе которых были разобраны боковые нефы и хоры. После обрушения минарета в 1930 году мечеть была на некоторое время заброшена. С 1966 по 1975 год вокруг здания происходили археологические раскопки, а внутри здания реставрационные работы. После завершения археологических и реставрационных работ храм снова был открыт для посещения. Во время реставрационных работ были обнаружены несколько мозаик и фреск. Некоторые фрески были отреставрированы, и теперь они выставляются в археологическом музее. Мне надо попасть вот туда. Там есть фрески. Не знаю, мне сейчас надо найти имама. Посмотрим, позволит ли он мне войти внутрь. Вот, мои дорогие зрители, я пытаюсь телефоном посветить там немножко. Видите, вот внутри фрески с этой стороны. И вот здесь кусочек фрески. И здесь кусочек фрески. Вот вы вошли внутрь. Вот здесь у нас вот такие настенные роспись. Если видите, там тоже фреска. Я включила свой телефон, чтобы было больше света. Вот на потолке, посмотрите. И вот здесь, если вы видите. Так, сейчас пройдем немножко внутрь. Здесь идут сейчас работы. Вот здесь лик Марии. Вот такая вот чаша внутри. Идем дальше. Если вы обратите внимание на эту стену, здесь тоже есть росписи. Здесь вот такая небольшая комната, закрытая. Здесь тоже есть роспись, но она плохо видна. Здесь на полу вот такая вот звезда. Здесь вот такая настенная роспись. И вот здесь, как видите, тоже есть мозаика на полу. Смотрите. Здесь тоже. Да ладно,
И вот здесь у нас такой кусок мозаики сохранился.